Я думал, вы уже уплыли. Соскучились, что ли? С лодкой нам не повезло. Попробуем другой способ. Только не пешком. Отсюда на сотни километров одни безлюдные дебри. Я не об этом. В городе есть железнодорожное депо. Мы можем попробовать угнать поезд. По железной дороге возили припасы в тюрягу. Последняя поставка была как раз перед бунтом. Значит, нужно проверить депо. Ну так и пошли. Я не могу уже тут торчать. Все уже бесит нахрен. Идем, тут рядом. Депо должно быть тихо, я там укрывался от бандитов. Не расслабляй булки, нас теперь стерегут повсюду. Поезд. Глупый вопрос. А как мы его заведем? Посмотрим. Главное, чтобы топливо было. Я посмотрю. Немного шарю в этом. Готовлю один саботаж перед тем, как сесть. Очень кстати. Тогда мы сходим проверить пути. Yeah.
Yeah! Yeah!